уже занимаемся этим порядка 10 лет. Выпускаем примерно 8-10 коллекций в год. Принимали участие в 2017 году, если не ошибаюсь, в Халяль Экспо в Москве, которая проходила. И вот это у нас вторая, получается, Халяль Экспо уже в Казани, нашем родном городе. Мы привлекаем как оптовиков себе, так и партнеров, вот с кем можем что-то как бы продавать в своих розничных магазинах, в интернет-магазинах. У нас акцент идет на молодое поколение, то есть это девушки от 16 до 35 лет. То есть мы вот за 3 года буквально очень сильно выросли благодаря тому, что есть огромный спрос. Вот, даже как сами видите, то, что каждый день все как бы покрытых девушек, закрытых девушек, даже не в платке, просто как бы девушек, которые одеваются скромно, их все больше и больше как бы с каждым днем.